Раз, раз, два. Так. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем концерт джаз-рок ансамбля «Арсенал». Я не зря подчеркнул джаз-рок, поскольку именно вот этот вид музыки, в отличие от диксиленда, свинга, бибопа, хардбопа и фри-джаза, вот он продержался в неизменном виде, поскольку именно в этом стиле он появился как музыка, где можно смешивать в любых пропорциях, в любых сочетаниях все жанры. И поэтому он существует и сейчас. Но это так, к слову. Мы начнем сегодня с композиции, которую написал Джулиан Кэннонбол Эддерли. Это был мой любимый саксофонист когда-то, когда я только начал играть на саксофоне. И именно я выбрал тогда альт-саксофон, поскольку услышал тогда этого замечательного человека. Он обладал совершенно уникальным звуком. Многие хотели издавать и научиться играть, так играл он, но это так никому и не удалось, в том числе и мне. Хотя я очень долго занимался на саксофоне, у меня ничего не получилось, но принесло, в общем, свою пользу, поскольку я стал после этого уже более профессионально играть. И вот сейчас прозвучит пьеса, которая называется «Inside Straight». Ну, что это такое? Вообще, это обычный расклад карт, самый удачный при игре в покер. Ну, я еще хочу немножко отвлечься. В советские годы нам, если и разрешали играть что-то такое вообще зарубежное, то уж точно нельзя было объявлять вообще, не петь ничего, никакого английского языка. Это был холодная война шла тогда, вообще жили за железным занавесом. И ничего нельзя было делать вообще, поэтому... Но разрешали за концерт сыграть несколько американских пьес. И вот тогда мы придумывали разные названия и поскольку никто не знал, что такое «inside straight», ни в одном словаре этого нет слова, ну и каждый придумывал какое-нибудь романтическое такое название на русском языке. Потом оказалось, что это всего лишь набор карт при игре в покер. Вот такая забавная история. Итак, «inside straight», Джулиан Кэннонбол Эддерли. Thank you.
Сейчас мы исполним пьесу, которая принадлежит автору. К сожалению, он давно уже ушел из жизни, был очень больной человек. Его звали Джеймс Инграм. Он это американец, очень талантливый человек, но какой-то он был такой болезненный, стеснительный и даже не всегда разрешал объявлять его имя, потому что так он скромный очень был человек. И вот, тем не менее, его композиция вошла в историю американского джаза, и называется она «Everything Must Change». Вообще, это был просто талантливый человек, он писал песни непростые, с каким-то сложным содержанием. И вот сейчас мы отдадим дань памяти ему. Исполнил вообще, мы сейчас сыграем в оркестровке Квинси Джонса, руководителя биг-бенда, который специализируется на приглашении разных звезд. И вот именно в его аранжировке мы сейчас и исполним пьесу, которая так и называется «Everything Must Change». Everything must change, and nothing stays the same. Everyone will change, no one stays the same. The young become the old. Sky and the heart burns to
Everything must change. Спасибо. Сейчас вы услышите тоже довольно редкую песню, которую когда-то записал человек, которого звали Роберт Палмер. У него очень такая довольно печальная история. Дело в том, что он родился в семье очень богатых английских таких бывших рабовладельцев. Они, как вы знаете, еще за несколько сот лет до наших времен Англия завоевала Индию и вообще эксплуатировала этих индийских рабочих, пока они не восстали, в общем, и в общем прогнали англичан все равно. Но вот он родился в семье, которая как раз еще очень давно построила роскошный особняк, потому что они все были очень богатые люди, хотя они все родом из Англии, но они уже туда никогда не возвращались. Построили на одном из островов, по-моему, на Мальте, был у него роскошный особняк, где он родился. Но он родился уже, когда могущество вообще этой империи прошло. Тем не менее, в этой семье сохранились такие строгие англиканские такие правила, когда нельзя было вообще ни с кем общаться, разговаривать. И он вырос в такой изолированной среде. И вдруг случайно он, значит, включил радио и услышал, что, оказывается, в мире есть, он поймал американские, английские радиостанции, был потрясен. И несмотря ни на какие возражения, он покинул свой дом и отправился в Англию, в Штаты, моментально. Он был исключительно одаренный человек. Он умел играть на всех инструментах, замечательно пел, сочинял песни. И, в общем, стал очень популярным музыкантом. Но, к сожалению, у него было слабое здоровье, и он довольно молодым скончался. И, в общем, про него забыли. Но не все. Те, кто интересуется историей музыки, так как я где-то вот нашел его записи, и сейчас вы услышите в нашем исполнении почти точную копию вот того, как пел когда-то Роберт Палмер. А эта песня называется «Happiness» – «Счастье». Chance on happiness. Answer on your body hell. You'll be glad your place to bed. Think it over. What to lose? All the odds are on your favor. Take it out right and no excuse. No, life is what you make it. Scared to move 'cause you get to cheat. But nothing dangerous, baby, nothing gain. Take a gamble with your heart. Take a chance on happiness. Toss your coin back to the start. Life as a love in the future. You
don't try it. Missionary Kama Sutra. If there's a room for you to prove, there's only one thing left for you to do. Take a gamble with your heart. Take a chance on happiness. Toss a coin back to the side. Time to give those blues a rest. Спасибо. Мы закончим первое отделение замечательной композицией. Ее написал когда-то давным-давно, еще в конце 50-х годов, Дэйв Брубек. У этого произведения вообще такая история. Во-первых, это была первая в истории джаза пьеса, которая была написана не на 4 четверти, а на 5 четвертей в такте, что тогда вызвало вообще панику, потому что они приехали, его квартет Дэйва Брубека вообще до этого работал в Калифорнии, а тогда никакой связи между вообще восточным и западным побережьем не было практически. И вот когда они решили все-таки приехать и исполнили эту пьесу, то вообще все были потрясены. И критики, и сами музыканты. И появилась даже в самом таком популярном джазовом журнале статья с названием «Антиджаз», где, кстати говоря, вот пьеса Дэйв Брубека, потому что они играли, кстати, еще и на 7 четвертей. В общем, это говорит, не джаз, потому что нельзя свинговать вообще на такие размеры сложные. Заодно там в эту статью попал еще и Орнет Колман, который тоже придумал уже тогда тональный джаз, и довольно тоже напридумывал там столько всяких форм, что в то время никто не понял вообще, что это за музыка. В общем, вот эти два человека попали в эту разгромную статью, но не прошло и 2-3 года, когда и тот, и другой стали считаться просто классиками именно американского джаза.
Вот такая история. Ну, а сейчас вы как раз убедитесь, вообще мы сделали еще свою версию, куда, кстати, я вставил и фрагменты из музыки Орнта Колмана. И там, в общем, я позволю себе там поимпровизировать вот в стиле антиджаза, как бы совсем уже. Вот такая история. Итак, Дэйв Брубек, Take Five. Wanna stop and take a little right now, don't mean just take five, just take five. Stop a busy day, take your time out to see I'm alive, I'm alive. Now we're going down that valley, chase a ride, you made that mistake. And it's hanging burning, we see it's a punch around the night. Thank you.
time of Lucy on the line. Большое спасибо. Ну, а теперь давайте немного отдохнем.
раз. Дорогие друзья, мы продолжаем наш концерт. Сейчас я спою очень редкую песню. Кстати, сейчас День России. И вот мне хотелось бы посвятить замечательному советскому композитору, которого звали Андрей Эшпай. Он сочинил замечательную песню, которую, я думаю, что большинство из вас даже никогда и не слышали. А это несправедливо, поскольку эта песня, она особенная по своей эстетике. И тем более, что Эшпай Андрей Яковлевич был одним из выдающихся советских композиторов. Он писал и симфоническую музыку. И отличался от многих других советских композиторов тем, что он любил джаз. И я неоднократно даже играл с оркестром, написанные для меня специально песни. Вот такая история. Ну а сейчас прозвучит очень редкая песня. Дело в том, что он воевал. Несмотря на то, что по здоровью и вообще его, когда началась война, он мог не идти. У него было разрешение не ходить на войну, но он вообще сигнорировал, пошел воевать. Его там ранили, он затем вернулся, уже больше не мог служить. И, кстати говоря, это большая редкость, когда известный композитор, он был в правлении Союза композиторов СССР, не был коммунистом. Тогда вообще просто силы заставляли. Если ты становился начальником, то ты обязательно должен был быть членом КПСС. Вот он своим таким упрямством избежал этого. Я его очень уважал, поскольку вот он был вообще никакой не приспособленец. И вот сейчас прозвучит одна из его замечательных песен. Таких песен мало осталось, посвященных войне. Вообще она называется «Москвичи». В полях завислой сонной лежат в земле сырой Сережка с малой бронной и Витька с маховой, а где-то в людном мире, который год подряд одни в пустой квартире, их матери не спят. Свет лампы воспаленной пылает над Москвой. В окне на малой бронной, в окне на маховой друзьям не встать. В округе без них идет кино. Девчонки их подруги все замужем давно. Пылает свод бездонный, и ночь шумит листвой. На тихой малой бронной, на тихой маховой, но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой.
Брона и Витьку с Маховой. Спасибо. Мы продолжаем наш концерт. Сейчас вы услышите нашу версию замечательной мелодии. Эта мелодия была всегда хитом. И в советское время, когда «Арсенал» только начинал работать. И вообще во всем мире. Она называется «Корни лотоса». Ее написал Джон Маклафлин, который получил прозвище Махавишну, когда он встречался с учителем Шри Чинмоем. И когда вот ему Чинмой дал как раз прозвище Махавишну и напел мелодию, которая затем превратилась в то, что вы сейчас услышите. Lotus Feet, корни лотоса.
Yeah.
так уж вышло, что российская музыкальная культура сплошь и рядом пронизана Востоком. На это показывают очень многие произведения наших классических композиторов. Очевидно, в древние годы, в общем, российские чиновники или очень богатые люди имели желание породниться с кем-то из восточных, тоже известных семей. Так и возникла, например, фамилия Рахманинов. Хотя она уже так искаженная, но, в общем, у всех композиторов, вот начиная даже с Бородина, который был незаконно рожденным сыном крепостной одного, значит, придворного грузинского князя, у которого была какая-то очень красивая любовница, но тогда крепостным не разрешалось вообще вступать в князь, он скрывал всячески. И вот Бородин родился тогда именно от него, и он, чтобы это скрыть, он отдал его на воспитание какой-то семье Бородиных. А когда крепостное право отменили, то он поехал, уже поехал в Германию, там получил образование, вернулся уже как известный российский химик, между прочим. Ну, в общем, но заодно и композитор. И вот его друзья, зная, что он так небрежно относится к своим музыкальным работам, они приходили к нему в лабораторию, где он вывешивал разные таблички там. Он, кстати, придумал один из элементов таблицы Менделеева. И вот его уговорили все-таки взять и заняться музыкой. И вот так появилась опера «Князь Игорь». Она тоже посвящена каким-то восточным историям, таким легендам. И вот сейчас прозвучит как раз фрагмент из этой оперы. Это такой фрагмент был «Половецкие пляски». И вот мы исполним именно вот как-то так с уклоном в восток. Итак, Александр Бородин, «Половецкие пляски». Thank you.
Спасибо. Сейчас мы исполним фрагмент из второго фортепианного концерта Сергея Рахманинова. Это тоже был выдающийся композитор российский. И тоже, очевидно, у него были сама фамилия Рахманинов говорит о том, что он происходил из каких-то древних восточных фамилий, семей. Но с ним произошла такая история. В общем, Бородин не дожил до революционных событий, а вот Рахманинов, когда уже начались волнения, это был 19-й год, когда в России пошли беспорядки, когда уже безнаказанность появилась, царь отменил там всякие законы, и поэтому никого уже не наказывали, ссылки не ссылали, вырвались на свободу плебеи разные и стали заодно громить и грабить старинные имения. И вот его имение было разграблено. Он настолько был потрясен этим, что решился на то, чтобы уехать из России и больше никогда не возвращаться. Что он и проделал. И вот он долгое время от расстройства, он сначала поехал в Европу, потом в Соединенные Штаты, и там долгое время сидел, ничего не слушал, но все-таки талант дал о себе знать, и он начал прислушиваться, и вдруг услышал, как его мелодии, которые как раз входили в гениальный его вот этот концерт в
второй, они исполняются самыми разными и коллективами, и камерными оркестрами. Но главное, он услышал, что их исполняют популярные певцы, например, Фрэнк Синатра и многие другие. И его поразило, что там сочинены какие-то слова. В общем, но тем не менее, он все-таки начал играть и даже записался. И вот сейчас вы услышите фрагмент вот этого уже обновленного такого, причем наша версия, фрагмент от одной из частей Сергея Рахманинова из второго фортепианного концерта. И вы узнаете, там будет, например, «Full Moon and Empty Arms». Это то, что Фрэнк Синатра, например, напевал. А другой популярный очень певец Эрик Кармен вообще выдавал даже за свое произведение, когда он на одну из частей сочинил пьесу «All by myself». И сколько бы ни пытались потом родственники Рахманинова с него какой-то штраф взять, ничего не вышло. Тогда так и было. И вот сейчас вы услышите как раз нашу версию короткую одной из частей второго фортепианного концерта Сергея Рахманинова, который мы условно назвали там, «Full Moon and Empty Arms». Full moon and empty horns. The moon is there for us to share. But where are you? A night like this. Grab a memory and every kiss could start a dream for two. Full moon and empty horns. Tonight I use this magic moon to wish upon an next full moon. And my one wish comes true. My magic arm make me feel with you. Thank you.
when I was young. I never needed anyone, and making laugh was just for fun. Those days are gone. Спасибо. Мы закончим наш концерт одним из хитов, самых известных вообще в истории джаза. Он принадлежит некому Джо Завинулу, который уже ушел на тот свет, скончался. Но его имя будут помнить многие люди. И вот сейчас вы услышите нашу версию его замечательной композиции, которая называется «Mercy, Mercy», что означает «Прости нас, Господи». Итак, в памяти Джо Завинула «Mercy, Mercy».
Ну а сейчас пришла пора все-таки объявить вам имена участников сегодняшнего концерта. Сегодня на синтезаторе и бас-гитаре для вас играл Евгений Шариков. На ударных инструментах Эдуард Петрухин. На синтезаторах фортепиано Юрий Погиба. Наш гитарист и вокалист Марк Юсим. И руководитель ансамбля «Арсенал» Алексей Козлов. Without a bone and acting all alone.
the storm. There's a killer on a roll. There's a killer on a roll. His flame is screaming like a toad. Take out on Halliday. Let your children play. If you give this man a right sweet. Girl, you gotta love your man. 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 Take him by the hand. Make him understand. The world can be defined. Our life will never end. Girl, you gotta love your man. Riders on a storm. Riders on the 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 storm. Riders. Большое вам спасибо. Мы прощаемся с вами. Всего вам хорошего. До свидания.